Дочь берет трубку. Как дела? Все хорошо? Дай трубку Сергею. Сегодня теща за меня убьет любого. Итак, друзья, поймите правильно. За это время я мог жениться ни раз, ни два. Более того, были такие сестры, которые сами предлагали: выходи за меня замуж, у меня есть дом и машина. Но я этого не делал, я знал, это мое. Поэтому, дорогой мой брат, не вешай нос. Я уже 3 месяца ей предложение делаю. Пуфик ты маленький мой, 3 месяца он предложение делает. Хотя бы 2-3 года походи маленечко. Сестры, братья, время – это проверка любви. Не бойтесь подождать. Не торопитесь говорить «да», не бойтесь. Время все проверит. А еще лучше – уедь на миссию на полгодика. Если твоя – не бойся. Если выйдет замуж, не печалься, не твоя. Если твое – никуда не денется, будет ждать. Говорю по своему опыту. Аминь. Итак, первое, у тебя должно быть откровение от Бога, что это твое. Откровение от Бога. Если есть сомнения, это еще не откровение. Когда есть откровение, сомнений нет никаких. Запомните это. Если ты еще сомневаешься, молись дальше. Не торопись. Не торопись. Итак, правильное партнерство – это фундамент семьи. Помощник, то есть помогать друг другу. Я хочу вам сейчас сказать, когда вы готовы выйти замуж или жениться? Обычно сестра смотрит на него и думает, сделает ли он меня счастливой, интересно. Брат думает, ха-ха, она мне счастье принесет. Пока ты так думаешь, ты не готов жениться. Правильно так. Смогу ли я сделать его счастливым? Смогу ли я дать ей счастье? И когда ты думаешь так, ты уже готов. Не просить счастья, а дать счастье. Это нормальный принцип готового человека, который готов сам дать счастье, а не просто требовать для себя. Я, мне, мое. Друзья мои, мы должны научиться... Знаешь, такой настоящий брак? Это когда мы покрываем немощи друг друга. Это когда я своими сильными сторонами покрываю слабые стороны моей супруги. Это когда она покрывает мои слабые стороны своими сильными сторонами. Это когда мы не тыкаем на слабые стороны. Какая ты женщина, не можешь пуговицу, а ты какой мужик, не можешь гвоздь. И пошло, мама родная. Это не брак. Это какой-то кавардак. Поэтому нам нужно научиться быть готовыми дать счастье. Бог дает еще не только помощника. Создадим ему помощника, соответственного ему. Запомните, правило соответствия. Что такое соответствие? Ответ – со. Со-ответ. То есть это человек, который отвечает всем твоим требованиям. Это человек, который отвечает тебе, твоему сердцу подходит тебе. Принципы соответствия. Вы знаете, Бог дает соответствие. Бог создал Адама и Еву, а не Адама и Гену, как сегодня утверждает сексуальное меньшинство. И поэтому это самые важные принципы. Запомните одно. Соответствие созидает. Несоответствие разрушает. И поэтому, дорогой мой брат, прежде чем жениться, ты не смотри на 90-60-90 и красивые голубые глаза. Хочешь совет? Сначала сходи к ней домой, в гости, неожиданно. Да-да-да-да. А ты бывает такой, открывает дверь. Знаешь, в церкви такая прима Мадонна. Открывает дверь, такая стоит. Засталенный халат, такая бигудюшка накрученная, такая стоит. Сходи домой, неожиданно. Ты посмотришь, с чем тебе дальше жить придется. Ты бывает, зашел домой. Смотришь, там такая висит лампочка такая вся в этих. Она, это не я, ну понятно, не ты мухи, но ее же протирать надо. Проходи, пойдем чай попьем. И вот ты идешь, а там коробки, банки, а у нас ремонт. Ты падаешь, праведник упадет, встанет, пойдем. Провела тебя, а там такой стол, заваленный грязной посудой 5 дней. Она его так рукой, крк, садись. Ты так сел за такой маленький, сидишь. Кружка вроде сверху белая, внутри черная.
чай выпил, встал, носки к полу прилипли. Знаешь, куда попал? Братья, я вам даю совет. Я вам даю совет. Когда придешь в гости к твоей девушке, обязательно зайди в туалет. Туалет – лицо хозяйки. В правильном смысле слова. Ты знаешь, что интересно? Обычно после этой темы ко мне подходят мамы и говорят: ты что наделал? Моя прибежала в собрание, давай туалет драить. Друг мой, обязательно сходи и посмотри. Иначе потом будешь говорить: в гостях хорошо, а дома плохо. Ты знаешь, должен быть принцип соответствия. Если ты чистюля, а она такая, беги оттуда, не смотри в голубые глаза. Но если ты сам грязнуля, нормально женись. И вы будете счастливы в своем царстве засранства. Нормально. Соответствие. Сестра, а ты посмотри на своего красавца. А твой красавец случайно не самец? Ты посмотри, как у него этот зубы не желтый под цвет галстука. Ты посмотри, он иногда туфли чистит. Хочу сказать, туфли — лицо мужчины. Какие у него? Или такие вот аминодавы, вот такие вот. Это характер мужчины, запомни это. С этим потом жить всю жизнь придется. Подойдите друг к другу. В домашних условиях друг друга понюхайте. Знаешь почему? Потому что иногда бывает в церкви Шанель, мадам Коко. А дома, как 90-й псалом, взмахнет рукой. Падут подле нее тысячи. Взмахнет другой, десятки тысяч одесную ее. Но ни один к ней не приблизится. Так, давайте серьезные же вещи говорим, друзья. Поэтому посмотри на своего красавца. Это мужчина. Имеет ли он силу воли? А то сила есть, воля есть, а силы воли нету. Часто бывает такое. Посмотри, умеет ли он работать? Есть ли у него профессия? Вы же завтра жить будете отдельно. Сможет ли он тебе что-то купить? Вы же знаете тайну женского гардероба? Это когда одеть нечего, а вешать некуда. Если он работать не умеет, приготовься. Всю жизнь будешь кормить быка-осеменителя. Всю жизнь. А он, у него болезнь. Он попал в Бермудский треугольник. То есть туалет, холодильник, диван. И потерялся там. У него девиз простой. Лучше переспать, чем не доесть. Он говорит: ты что лежишь на диване? Ну как, всю ночь не ешь? Весь день не спишь? Конечно, устаешь. Хорошо, друзья мои. Итак, принципы соответствия. Вы знаете, Экклезиаст 4.12. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Что такое нитка втрое скрученная? Бог троичен, человек троичен. Бог, Отец, Сын, Дух Святой. У тебя есть душа, тело и дух. И поэтому перед тем, как жениться, посмотри самое главное, первая нитка, первый уровень духовный. Посмотрите, насколько вы духовно подходите друг другу. Друзья, это важно. Если ты духовный, а она красивая, но не духовная, друг мой, не думай, что ты ее подтянешь. У тебя будут проблемы. У ней будет своя программа, у тебя своя. Ты хочешь молиться, а ей надо сериал смотреть. Тебе нужно ехать на служение, а ей надо пойти маникюр и фитнес сделать. Это будут сильные проблемы.
Желательно, чтобы духовный разрыв не был большим. Реальные будут проблемы потом.